Рассада Бодикатра пурпуреум предпочитает влагоемкую дренированную почву. Места выбирают солнечные или слегка полутенистые. Растение вырастает до 1,2 метра, соцветия, в которые собраны цветы, обладают темно-малиновой окраской, диаметром до 3 см и напоминают корзинки. Цветение можно наблюдать в период с июля по август. Размножение проводят с помощью черенков. Сорт рассады Бодикатра пурпуреум практически единственный представитель вида многолетника, который подходит для озеленения садового участка. Бодяк ручейный Этропурпуреум – это травянистый высотой 40-50 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка красный. Летом листва лимонная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.